В Риме, блядь, коммуна Рима не понимает, наверное, блядь, что в Риме уже вот эти чайки, это проблема. Они пиздец такой, матом скажу, беспредел устраивают. Порой, когда они летают, такое ощущение, что она на тебя набросится, ну, на голову тебе сядет, по крайней мере. Они здоровые, это еще молодые, вот здоровая. Видите? Хотя, наверное, это разные. Но они ночью орут дико между собой, короче, бакланятся, дерутся, короче, за падаль, за... Их подкармливают здесь, но это пиздец. Помимо того, что они здесь все засирают. Они колпашат голубей, голуби тоже засирают. Они прям убивают голубей и съедают. Они едят голубей, я видел. Сюда нужно ловчих птиц запускать уже давно по Риму. Прям буквально. Я серьезно говорю, потому что они расплодились очень сильно, вот эти вот чайки, блин. Не знаю, мартыны, блядь. Но это чайки, по идее, вот эта разновидность чайки теверской. Вроде как, я знаю. Говорю просто, я вот не могу сказать точно, вот видите, вон там он белая, с белой серой груди, вот это вот рыба, это одно и то же, или это разные птицы?